поселке Вурнара открылся плавательный бассейн. Спортивный объект возвели в рекордные сроки за год. Новоселье отметили с размахом в день физкультурника. Перерезать красную ленту приехал и глава республики. С подробностями Дмитрий Ковалев. Дав клятву повелителю воды, юные жители отправились покорять спортивные высоты. Для детей здесь оборудовали отдельную чашу. С начинающими пловцами будут заниматься тренеры. А это повод стать постоянными посетителями бассейна, отмечают ребята. Он очень глубокий, это плюс большой, чтобы плавать. Есть дышать. Бортики очень удобные, ноги не скользят. Очень красочный, красивый. Длина основной чаши бассейна 25 метров. Плавательных дорожек 6. Для жителей поселка здесь оборудовали душевые кабины и тренажерные залы. Бассейн – это для здоровья. Вот. А если здоровье, значит, производительность труда больше. Хороший сон, аппетит, нормальные отношения в семье. А это мозговой центр бассейна. Его работу отмечают подрядчики, обеспечивают современные системы. Воду здесь очищают автоматизированные установки при помощи озона. Такой метод помогает нейтрализовать вредные вещества. Мы, когда изучали опыт всех бассейнов, ездили в Москву, посетили центр синхронного плавания имени Давыдовой, и там сказали, что эта технология безупречная. Все в автоматическом режиме, здесь не нужен постоянный контроль. Бассейн возведен на средства инвесторов. Это очередной проект завода смесевых препаратов, реализованный в поселке. Руководителю предприятия Михаил Игнатьев вручил медаль ордена за заслуги перед республикой. Но и предпринимателям необходимо оказывать поддержку. На утренней планерке глава региона поручил решить вопросы по строительству очистных сооружений в муниципалитете и ремонту подъездных путей в поселок. У нас таких предпринимателей на одной руке, вот можно посчитать. Вот их надо поддерживать. Вот они настоящие патриоты, настоящие герои. И работники рады, и жители Вурнара будут заниматься. Но с точки зрения реализации продукции, очень много регионов туда приезжает. Нам надо посмотреть по отдельным региональным дорогам при въезде в Вурнара, там все уже бросает и так далее. Включить эти объекты, коллеги, друзья. Глава республики уверен, что благодаря появлению бассейна количество приверженцев здорового образа жизни в районе увеличится. Понятно, тут взаимодействие этой коммерческой организации с органами местного самоуправления, это всегда было и будет. Потому что политика направлена на формирование здоровой личности. На формирование личности, чтобы он всегда был эффективным. Вот самая главная наша задача. Чтобы дети научились плавать. Чтобы у детей около водоема не было страха. Когда они плавают, они же уверены. И родители меньше переживают. Первые награды в новом бассейне разыграли среди работников завода. Здесь прошла корпоративная эстафета. Спортивный объект намерены включить в федеральный реестр. Это позволит проводить соревнования не только республиканского, но и всероссийского масштаба. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.